Чтобы понять, как возникают кольца, упростим ситуацию и заменим круглую трубу на квадратную, которую мы сделали из двух дюралевых уголков. Посмотрим в такую трубу вот на эту красную рыбку. Что же мы видим? Рыбка разделилась на множество изображений, как будто в калейдоскопе, только не в треугольном, а в квадратном. Читай, читай. А если посмотреть на наш трехцветный фонарь, узорные картинки проявляют себя во всей красе. Чтобы понять, как работает этот калейдоскоп, надо сделать картинку попроще. Попроще картинку надо сделать. Да, давай надо сделаем. Надо сделать картинку проще. Проще и... уже сделаю картинку. Вот такую, что ли? Красоты. Проще некуда. Ставим в трубу пробку с установленным по центру светодиодом. И вот мы видим квадратную решетку из ярко светящихся точек. Жми кнопку, Макс. Ничего будет? Ну, а, да, из квадратной, да. Делали.